Несмотря на довольно-таки крупный счет, как считаешь, насколько все-таки трудной была игра? Да, в принципе, до третьего периода. Первые два периода была достаточно такая более-менее равная игра. И в третьем как бы мы, ну, как бы резали свои моменты и уже спокойно отыграли игру. А в чем основные сложности от Сочи были в первых двух периодах? Ну, они играли дома и здорово играли, поэтому там забили в большинстве они. И, ну, где-то мы свои моменты не реализовывали, поэтому я думаю, мы, в принципе, играли лучше всю игру, но до третьего периода, в принципе, они держались в игре. Большинство, вообще спецбригады, не только большинство, меньшинство в том числе, да, уже который раз делает результат нам, да, вот как считаешь, почему, за счет чего удалось так это все хорошо натренировать? Ну, работаем над этим, это сейчас современный хоккей, это самое важное, на самом деле, часть игры, большинство, меньшинство, надо забивать в большинстве и не пропускать в меньшинстве, поэтому кто лучше играет в спецбригадах, в основном те и выигрывают. Тебе уже задавали этот вопрос, у тебя было много передач, да, но голов не настолько много. Наконец, вот сегодня шайба, насколько лично для тебя это важно? Ну, понятно, что было много моментов, надо реализовывать. Хорошо, что сегодня забил и буду дальше работать над этим. Но я видел, что ты довольно-таки эмоционально отпраздновал. Ну да, как бы, да там Зеня здорово отдал, поэтому хорошо, что забил. И там, в принципе, важная была шайба, после этого уже как бы мы доиграли уже спокойно.